очень важно, я понимаю, для того, чтобы держать плоскую форму свою, у меня есть топ-7 продуктов. Топ-7 продуктов это противити, омега, H500, L-карнитин, скандинам 10, Q10, okay? Биурон и пентакам. Вот и все. Я считаю, что нужно построить какой-то определенный план в зависимости от проблем каждого человека. Вы выбираете продукт, соответственно, свои проблемы. Если я выбираю продукт, я выбираю его от ситуации, какую форму я должна иметь, как спортсменка. Потому что этот баланс между здоровьем и спортом очень важен. Есть жизнь после спорта, и как бы мне нужно поддерживать свое здоровье. Поэтому каждый этап у меня после соревнований заканчивается очисткой организма. Я обязательно буду сейчас, на данный момент у меня отдых. Я уже победила в конкурсе все, что можно, стала абсолютной чемпионкой Мадрида, да, Мэд Кап, Нордик Кап, Финляндия, Польша, абсолютная чемпионка по бодифитнесу. И на данный момент я провожу очистку организма. Мой секрет, никто не может понять, почему я сезон, я не делаю ни перерыва, у меня нет перерыва. Я постоянно на сцене. И обычно, ну, спортсмены, они делают перерыв, потому что нужно время для восстановления. У меня времени этого нет. Я весной, осенью постоянно на глазах, постоянно выступаю. И я не делаю этих перерывов, потому что продукт Королкаба работает очень хорошо. Это мой секрет, я делюсь с ним с вами.